Когда-то на общественном транспорте добраться из старого города в новый 6-й микрорайон было большой проблемой. Со временем и сюда стали регулярно ходить автобусы и маршрутки. Но организация движения все равно продолжает находиться на низком уровне. Во многом это связано с отсутствием нормальной конечной остановки. Сейчас она не соответствует никаким нормам. Нет диспетчерского помещения, остановочных павильонов. Пассажиров высаживают прямо на проезжей части. Но скоро ситуация должна измениться. Администрации совместно с застройщиками, потому что улично-дорожная сеть еще не передана в муниципальную собственность, поэтому мы совместно сейчас с застройщиками прорабатываем вопрос организации движения общественного транспорта в принципе в этой части микрорайона. Совместно еще с перевозчиком сейчас тоже обсуждаем этот вопрос, потому что в любом случае мы должны обеспечить комфортное и удобное транспортное обслуживание для жителей новых микрорайонов. Новую конечную остановку, которая будет соответствовать всем нормам, планируется разместить в районе разворотного круга. Здесь сейчас ведутся активные ремонтные работы. Но окончательное решение о месте расположения конечной остановки будет принято, когда администрация утвердит схему движения с учетом существующей дорожной сети и нового выезда из микрорайона на трассу М4 Дон. Получены в июле технические условия. За счет инвесторов этот проект будет реализовываться. Мы планируем в течение 2 лет этот проект реализовать. То есть сейчас начинается первый этап – это проектирование, и потом уже строительство. С учетом всех преобразований, движение в 6-м микрорайоне обещает разгрузиться. Запланированные изменения станут приятными и для автовладельцев, и для пассажиров общественного транспорта. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.